Регламент 5 минут. 5 и 3 минуты с... Отказывается брать микрофон. Уже берет. Два микрофона мало. Я не знаю, зачем это надо. Ну, неудобно, он сказал. Я докладываю общему собранию Громадской Рады, что вопрос об организации информационной структуры Громадской Рады мной был внесен буквально на втором заседании правления Громадской Рады. До сих пор этот вопрос никак не решался. Но на прошлом собрании из зала неоднократно члены нашей Громадской Рады подняли сами этот вопрос, потому что информирование и внутри Громадской Рады, вот, и информирование общественности нашего города и области о ее деятельности поставлено плохо. Вот. И сегодняшнее собрание тому блестящее доказание. Поэтому я внес в письменной форме от себя и от председателей тех общественных организаций, которые в нашей Раде организуют антифашистский блок, предложение, ряд предложений. Одно из них было организовать пресс-службу, которую я назвал пресс-центром. Это будет отдельная структура, которая будет заниматься, первое, значит, информированием, грамотным информированием членов Громадской Рады о тех вопросах, которые здесь рассматриваются, формируются и будут поданы в той форме, удобной для работы, а не так, как это сделано сейчас. Это первое. Второе, более главная задача, это работа с прессой, со средствами массовой информации, по информированию их о том, что здесь происходит. Где вы последний раз вообще слышали о том, что делается внутри Громадской Рады? Вот вчера, а перед этим год ничего не было. Вот. Поэтому, мы должны работать со средствами массовой информации постоянно. Вот на заседании правления мне был задан вопрос. Вот, а берусь ли я разместить, допустим, объявление о собрании Громадской Рады, как это, собственно, и положено быть в нашем областном официозе, газета «Славянский край». Одним телефонным звонком этот вопрос был решен с заместителем Оленича. Она сказала, давайте письмо, и мы будем размещать ваши объявления, не только эти объявления. Вот. Но для этого нужна соответствующая структура. Поэтому я предлагаю, я подготовил проект постановления о загальных сборах Громадской Рады. Вопросы выступу просто так можешь подержать? Ну, снять. Я предлагаю, вот так просто взять, никуда не нажимать. Принять принципиально вопрос о создании пресс-центра сегодня на собрании. Поручить мне, если вы сочтете это нужным и возможным, организовать эту пресс-службу. Хочу сразу сказать, что опыт такой работы у меня есть. И практически, и теоретически. Я 6 лет преподавал в Национальном университете имени Каразина организацию средств массовой информации. Так что я думаю, с этой задачей я справлюсь. Тем более у меня для этого есть достаточная база и в помещениях, и в людях, и в технике. То есть работать эта структура будет. Вот я предлагаю постанову Громадской Рады загальных споров с такой формировкой. С метою полепшения работы Громадской Рады при ходах, по информованности членов, так втілення та висвітлення діяльності в ЗМІ створити прес-центр Громадської Ради при ходах як структурний підрозділ. Другий пункт. Положення про діяльність прес-центру затвердити. Вон здесь є письменна форма. Обрати головою прес-центра члена правління Громадської Ради при ходах Рудьмана НМ. Доручити НМ Рудьману сформувати персональне. А що ви смієтесь? Я предлагаю кандидатуру. Первый пункт прийняття заставляє отклонити. Пожалуйста, це ваше право. Доручити НМ Рудьману сформувати персональне. Знак членів прес-центру. Поділити між ними національні. Контроль за виконання останньої постанови покласти на правління Громадської Ради.